Прием-прием, друзья! На связи Шэдимэн, Леди Леска и Нэмгуи! Привет, друзья! Добро пожаловать в новый видеоролик, и сегодня мы придумали один интересный челлендж. Прямо сейчас мы каждый отправляемся в свои дома, и нашей задачей сегодня будет спрятать алмаз. После чего, по истечении 5 минут, во время этих 5 минут мы также строим защиту дома и тому подобное, а уже как раз таки по истечению мы выбираем один из способов, с помощью которого мы будем проникать в другие дома и пытаться у другого человека найти этот алмаз. Ну а еще двое других человек, которые будут защищать какой-либо дом, они переодеваются в костюмы полицейских. Короче, я предлагаю начинать прямо сейчас, потому что, когда увидишь, тебе сразу будет понятно, что сегодня будет происходить. Но ты прямо сейчас, не ленись, поставь лайк под этим роликом, потому что каждый лайк, а вернее просто, чтобы, ну, лайк тебе дает вот эту маску, маску бандита, потому что когда мы будем проникать сегодня в чей-либо дом, мы будем на себя надевать именно вот эту маску. Так что не ленись, ставь лайк, жми на кнопку подписаться, и мы готовы начинать. Так, ребят, давайте. Ну что, готовы? Ой, давайте. Конечно. Фу, погнали. Я тогда готовы. Иду к своему дому, так, а примерно вот сюда будем вот. Прятать, получается? Сейчас. Да, прятим, да, все. Алмазик. Именно так. Так, алмаз я готовлю. Так, 3, 2, 1. Ага. Начали, 5 минут да. Пошли. Все. Начинаем. Шэди, я думала, что когда я сказала то, что давайте, ты скажешь, держи нубик. Как круто. Всегда просто. Нет, ну Шэди, ну опять. Я даже про этот нубик на самом деле не думал. Я сейчас думаю, где бы можно было спрятать алмаз в таком месте, чтобы можно его и поставить, и при этом его даже заметно не было. Учитывая то, что еще дом защищать надо будет. А еще защиту построить там. Эх, Шэди. Просто... Да, нелегко. Я не знаю, почему ты потом не думал. Ты постоянно говоришь невероятно, или ты постоянно говоришь что-то по типу... Ой, держи, нубик. Не вот знаю, как бы... не знаю, тупи, что ты там говоришь. Вот, например, спрятал и там этот я алмазик. Так. Сейчас защиту надо делать. Потом... Да, защиту теперь... Я, получается... Капец, я вот время на защиту вообще не трачу, потому что я не знаю, куда поставить этот алмаз. У меня просто вот идей нет. Я сама не знаю. А я тут как будто мест прям вообще нет особо. А представьте, всего одно место ровно, в одно место поставить. Не на один этаж, а в одно место. Это будет какое-то супер совпадение, мне кажется. Не, мне кажется, такое. Так, здесь это тоже такое себе. Мне кажется, у меня 5 минут идут на то, чтобы реальное место найти именно для алмаза. Ну ты уж не трать только то, что. Так, ладно, если, допустим, где-нибудь. Шэди, ну ты просто примерно где-то прикинь, поставь, может быть, это место хорошим окажется. Так, если я поставлю, например, вот так. У Бесса окажется. Да. Короче, это как будто бы... Вот здесь вот, вот, да. Возьму, очень палевно. Короче, вот, все, я оставлю так, потому что еще будет защита, и надо будет бегать по дому, и кому-то это все дело искать. Так что я приступаю к постройке теперь защиты для дома. Вот. Давай. Это защита у меня, я не знаю, можно ли так вообще... Ну, сейчас посмотрим, кто что сделает. Класс. Так, это но сюда сломаем. Ну, я не знаю, какая у меня защита будет. В принципе, она выглядит очень даже прикольно, но надо, чтобы она еще эффективная была, а не красивая снаружи. Да. Чтобы она, главное, мешала человеку, потому что человек, по сути, эту защиту сломать уже не сможет. Но сможет, например, наверное, сломать что-нибудь другое. Ну, потому так, что я не если сделала я... мою защиту. Потому что зачем? Так, смысл защиты, если кто-то ее так. Может просто взять и сломать. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут кое-что чуть-чуть не по плану не пошел. Так, погодите, а какой там... О, и вот, все, все правильно. Все, получается, у меня так что-то получается. Я посмотрю насчет. Что я зачем туда прилетел? Защита, что еще может быть? Так, я, короче, часть кое-чего сейчас тут меняю, чтобы у меня защита была понадежнее. Не, как бы ломать мы, по сути, ребят, можем. То есть мы не знаем же, какой способ кому попадется. Вот, и так что, например, разбивать стекла, почему бы и нет. Знаете, какая у Лески будет защита? Какая? Чего? У Лески, наверное, будет такая защита, то что... Как там называется? Просто она поставит траву, и мы провалимся туда, и все. Прикольно. Ну, она тебя задержит. Нам же 5 минут надо будет искать всего. А, точно. Эх, ну басик, конечно. Так, это сюда поставили. Все способы хороши, даже поставили. Да, тут главное как бы человека замедлить. Вот. А, ну и кому-то сегодня получше способ попадется, с помощью чего проникать, кому-то похуже, так что как-то так. Да, это полный рандом, потому что будет, мы просто, мы так, не выбираем, это, это рандом, потому что если выбирать, то все, естественно, полезут выбрать самый лучший, потому что все хотят же победить. Ну это же логично, с чем так, это мы защиту все, здесь поставим, победить? Это сюда. А? Все, что ли, хотят? Я знаю, что вас замедлит, в прямом смысле замедлит. Интересно, да, что интересно замедлит. Что там, зельку будешь замедляющую на нас кидать, что ли? Да. Ха. Ничего себе. Это не на нас, человек-то один проникает, получается, двое защищают. Ну мы разобрались уже. Так, что мне еще так? Еще вот эта территория у меня получается. Так, а тут я, пожалуй, сделаю что-то, наверное, типа вот такого. Хитрой защиты тоже.
Так, сюда вот поставим. Так, вот сюда. Потому что мы же выживание будем проникать, так что да. Учитывайте. А Шедоу мне там, наверное, лазер ставит. Так, да. И лазеры сюда ставлю. Я вообще ставлю все, что могу только. Сюда я разные способы использую. Пойти, поэтому я здесь такой. Да. Ну, я немного могу, поэтому использую так, тоже это разные. Сюда, способы. Так, это я там. Ой, так, еще один. Ё-моё, целых два незащищенных входа еще осталось. Пу-пу-пу. Я тоже их чуть не проглядела. Так, я здесь, пожалуй, уже буду использовать. А, там есть входы еще другие. Так, стойте. Мне нужна вот эта штука. Потому что времени для вашей защиты остается 37 секунд, чтобы закончить вашу защиту, ребят. Что? Да, 37 секунд. Так мало. Куда же ушли эти 5 минут, а? Так. 5 минут? У меня минута 20 ушли, чтобы найти место, куда просто алмаз поставить. Не, у меня много времени не ушло. Я просто чисто посмотрела по дому, там походила и так далее, погуляла, и все, нашлось уже место. Так, это здесь у меня будет, получается. Так, ребят, остается всего лишь 13 секунд прямо сейчас. Это да, вообще... я уже, короче, даже ничего не успеваю сделать. Короче, мой дом защищен сегодня как-то вот так. Я, получается, на этом останавливаюсь и стоп. Все, время вышло. Хорошо. Стоп, так как получилось. Я начал концентрироваться на том входе, который был как бы... Пим-пум. Пойдемте, возвращаемся. Так, ладно, не будем смотреть, у кого что пока получается. Попозже посмотрим. Ой, как страшненько. Так, теперь, Нубик, смотри, что будет происходить дальше. Леска, мы с тобой сейчас сразу переходим в режим выживания. Все приходим в режим выживания. Да. Вот. Готово. И мы с Леской, получается, надеваем костюмы полицейских, потому что мы будем защищать мой дом сейчас. А ты, Нубик, выбирай, какой способ сегодня берешь. Первый, второй или третий. То есть мне сегодня останется тот способ, который здесь, ну, останется. У меня выбора не будет. Не повезло, потому что ты не будешь выбирать. Хотя, может, так, поменять, может быть, у меня останется крутое. Ну вот, может быть. Откуда давай, выбирай что-нибудь. О! У Нубика выпадает крюк с эндерперлом. Ну что, Нубик, тогда готовься. Все, Леска, пошли скорее. Повезло. Ты где? А что стоишь? Сейчас я надену, получается, это бандана с костюмом ниндзя. Леска, а что ты форму полицейского-то не надела? Я же говорю, надень форму полицейского. Так я надеваю на ходу, все, быстро, Лисонечка. Леска, давай надевай, я уже бегу там. Скоро буду. Так, пошли. Куда ты бежишь? К тебе бегу. Нам с тобой еще надо в дом зайти с тобой. Успеть. Я вас подожду, не бойтесь. Так, вот сюда вот зайдем. Так, Леска, нам, короче, придется вот так по-быстренькому-то зайти. Дубиночка моя. Ой-ой, нифига! Слушай, давай быстро только заходи, потому что иначе плохо будет. Давай, вот, все. Все, Нубик, 3, 2. А, стой, я Леске покажу, где у меня алмаз. Леска, ладно, пошли, покажу. Хорошо. Давай. Какое место надо защищать? Я на шейде еще не смотрю, чтобы интрига сохранялась, что у него там. Тут у меня как-то ощущение, какой-то я бедленно. Так, погоди, защищай. Короче, у меня алмазик находится. Стой, погоди, я что-то сам забыл даже. А, по-моему, вот здесь вот. Да, вот. Вон там, видишь? Ага. Так, нормально. Сейчас неймхайт сразу сделала, то, чтобы Нубик там не видел, кто у нас где стоит. Все, ладно, давай тут все делай. Все, Нубик, давай, 3, 2, 1, 5 минут для Нубика пошли. Леска, все, мы с тобой ходим с мечами и защищаем этот дом. Ни в коем случае не даем Нубику проникнуть. Да. О, ну Бейсик, идет такой. Смотри, что, шапка наверху, носик на боку, так. Так, Нубик что-то там... Ой, ну Бейсик здесь! Нифига себе, это у тебя способ, реально имба какая-то, Леска, я даже поймать не успеваю Нубика. А где? На втором этаже, уже. Один раз задел, Немножко, малек, потише. Есть! Успел Нубика задеть. Нубик, у тебя остается 22 секунды. В смысле? Все, 4 минуты уже прошло, считай. Шади, нет, почему? Ждем, да, где? Да. Ждем, где Нубик появится, следим. Не, у Нубика способ на самом деле хороший. Капец, Нубик прям очень-очень быстрый, прям вообще невозможно догнать. Невозможно, да. Пам-пам-пам. Стопэ! Че там, Нубик? Нубик, ты где? Я не знаю. Так, Шади, я пойду там. Давай. Мне не нравится это. Наверху на бэс? Че, не получается, что ли, на третьем этаже найти? Нет. Так, ну время идет, пока время еще достаточно. Так, а где Нубэска у нас? Нубэсик сейчас возвращается у нас. Лава! Прекрасный. Я понял, где. Вот так, Нубик, защита сработала. Давай, наберем. Че там? А, нет. Что, так активировалось, да? Вот так вот. Защита работает. Хорошая защита, пупсы. О, летит на бэс. Оу! Оу, воу! Стопэ! Стой! Это знаешь, как это какой-то. Да, тут какая-то муха летает вообще по комнате. Так, ладно, дам небольшой шанс для Нубайсика, чтобы смотреть хотя бы.
Ходит черная голова. Бу! Нобик, бу! Что? Бу! Капец. Голова реально летает по-жесткому. О, там алмазик! Нет, леска. Как именно в эту комнату? Чё за фигня? Почему? Ну все, тогда теперь нам надо защищать с тобой леску очень жестко. Это место, чтобы Тубика не получилось пройти. Нифига. Давай, давай, лови, лови! Ты чё спишь-то? Как спишь? Я же зарубила, завалила. Он уже за тебя успел прилететь уже. А чё тогда никогда Нубик же не проник? Проник нет ничего, как? Ну как мне? Я не знаю. Как-то. Это без шансов, без шансов у Нубика. Ну, я не знаю, как теперь. И чё, куда все делись? Я прячусь. А я думал, что мы ловим. Здорово, Нубасик. Я знал, что я тебя видел. Вот сейчас не увидишь. Нет, лови! Взял! Все, Нубасик взял, ладно, хорошо. Молодец, 3 минуты. Нубик, быстро, на самом деле. Быстро, очень быстро. Так, ну что, хорошо. 3 минуты 18 секунд Нубику понадобилось для того, чтобы найти, получается, мой спрятанный алмаз. Способ и главное, хороший, просто с этим способом. Способ, на самом деле, неплохой, это правда. Способ очень прикольный. Так, ну а теперь, получается, мы с Нубиком будем в качестве охранников. Вот, а Леска, получается, переодевается и выбирает какой-то способ, как она будет проникать. Давай. Так. Что, тебе отсюда много, потому что это уже, как это называется, устаревшая у тебя? Или новая? О, Леске выпадает, короче, Леске выпадают часы, компас, с помощью которого она может везде точки телепорта поставить. Так это же лучший способ. Конечно, Нубик. Мне повезло. Так, ладно, погнали. Так, стойте, а получается для меня остается способ первый, да? Да, там костюм остается. Все, Леска, сейчас мы с Нубиком заходим. Это вообще же... Так, Нубик, как тебе домой-то зайти теперь, охранником? Подожди, еще один, дай-ка, пошли за мной. Нубик, почему не предусмотрено? Да, предусмотрено, все, пошли. А, нифига. И что это такое тут, а что это за защита? Ладно, Леска... А, Нубик, покажи, где у тебя спрятан алмаз, чтобы понятно было, что защищать. А, пошли, пошли, Леска, не смотри. Ладно, не смотрю. Пошли, пошли. Ага. Вот здесь вот, вот. Шутка. Где? Ага. Ладно, закрой дверь за собой. Нет. Ну что? Нубик пока еще показывает. Вот. Принято. Все, Леска. 3, 2, 1. Начали. 5 минут пошли. Нет, не выходи. В смысле? А что не выходить-то куда? А что тут? Как попасть-то вообще? Что? Нубик, там вообще какие-то, не знаю, замок какой-то построил. Ты че, Нубик? Да что я? Я думала, у меня жестко. Ничего себе. Леска. Кнопочки тут какие-то. А тут что, подлечу я куда-нибудь, да? Нубик, нам нельзя из дома выходить. Ай. Смотри, что делает. Ну ладно. А я поняла теперь, где можно. Леске просто главное успеть зафиксировать компас, и она постепенно может так продвигаться и точку спавна двигать и двигать. Вот именно. Нубик. Так, что все? Что все? Все, сейчас проникну. Да, Леска. Не повезло мне. Оказывается, у нее даже лучший способ, чем у меня. Потому что, когда она заметит алмаз, она сразу же может там компас быстренько смотри! Но знаешь, у нее в чем минус? Она может телепортироваться, но она не может летать так же, как ты, быстро. И ее быстро щелкают от этого. А где она? Где-то здесь уже, по-моему. Вот она. Ай! Капец, Лубик, ты меня-то не мочи. Я случайно. Сзади она сейчас появится. Где сзади? Она так бы. О, вот она! Вот! Капец, она реально продвигается с каждым метром, короче, вперед и вперед. Леска с каждым миллиметром продвигается. Она тут поставила. Шерри, вот здесь. Давай, побежали за ней. А где она поставила? О, вот она! Она здесь появляется! Она уже здесь сейчас будет появляться, Нубик. Она появляется, да. Да ё-моё! Не могу пройти. Так куда-то она теле... А, вот, Нубик, самое прикольное, то, что может телепортироваться между комнатами постоянно туда-сюда. И мы не знаем, когда она захочет телепортнуться. Мы можем, например, за ней гнаться, она резко телепортнется. Да Шеди, правило, за ней нельзя гнаться, потому что если она долго, далеко убежит, то она может телепортнуться, и мы будем уже далеко... Так, стоп, а где она, Нубик? Где она? Я не знаю, смотри, она тут какие-то точки понаставила, видимо, мы ее найти не можем.
Ай, Нубик, ну нафига ты меня-то валишь? Ой, Нубик, это для тебя только хуже, потому что... Да, я думала, тяжело. Это леска. Тяжело. Я сейчас пока добегу, пока то, пока все, короче. Леска уже все найдет. Ну, леска-то где? Леска, ну ё-моё. Нубик, давай ищи, чё. Да, нашел, она на первом этаже была. Да? Да. Сейчас она где-то здесь появится. На втором, наверное. А может, она уже на третьем давно. Посмотри на третьем, на втором, а я на первом посмотрю. Да, на первом! Да? Да, все, я замочил. Компас на первом? Что ли? Да. Да? На первом? Да. Леска, ну ты что? Чего? Ну зачем на первом-то ставить, если у тебя уже есть возможность на втором поставить? Нобик, обстоятельства поменялись. Так, Леска, что, есть какие-то подозрения, где алмазик? Ну, вот так, она! Немножко. Она здесь поставила, вот здесь. Давай чуть-чуть шанса ей дадим, а то мы еще вообще без шансов валим. Нещадно меня валит, нещадно, друзья. О, поставила она тут, смотри. Она берешь. Она берешь. Леска, ну ты что? Видит они. Сзади, сзади. Где? Сзади нас она появляется. Она тут компас поставила в уголке, смотри. Так, уйдите. Эх, липсауни. Набаунити. Слушай, ну... Да. Одурели совсем уже. Смотри, что делает. Меня подкидывает, подбрасывает. Леска, ты так отбросилась туда. Вот, что-то сюда не дают, значит, здесь что-то есть. Пускай думаю, что там что-то есть, Нубик. Ладно, пускай уже забирает, вот, короче, все, ладно, Леска нашла. Какое-то... Короче, друзья, фух, это чутьё способ этой пупсы. Ну, Лески, пупса. Но способ на самом деле интересный, потому что она может очень сильно путать. Вот, я могу. Это было прикольно. Интересно, что остается у меня, потому что я даже не представляю, потому что как будто все способы крутые с телепортами, вообще... они у вас были. Слушай, мне... Сейчас, у меня есть одна догадка. Я не знаю, в общем, я перемещаюсь... Так, вот сюда. Так, все, подрубаю выживание, снимаю костюмчик. Ну, фух. Да. Короче, ребят, нажимаю. Давай. И у меня появляется здесь порталган. И на самом деле... Это с телепортами, но вы будете видеть, где этот телепорт, и мне будет вообще невозможно, на самом деле. Я даже не знаю, как я буду с этим справляться. Вот. Это на самом деле сложно им пользоваться, потому что надо где-то ставить и так далее. Отправляйтесь, что? Хотя, может быть, это... Подожди, мы можем, кстати, по телепорту... Ну ладно, я пошел искать. Нет, я же... Так а что вы стоите на месте-то? Полицейским же стать надо. Леска, покажи, где алмаз сначала. Погнали. Леска, так, ты, конечно, всё. Еще не рассчитала. Нубик, я стоп. Пока, короче, подумаю, стоп. Как мне что тут можно делать. Стоп, не иди никуда, Нубик, не иди. Почему? Там потому что ловушки стоят у Лески. Короче, я, наверное, буду действовать как-то вот отсюда. Леска, спасибо, что меня защищаешь. Так, все, давайте там смотрите, Нубик. Где у вас там алмаз, показывайте. Фух. Ну что, портал ган, друзья, это будет очень-очень легко. Мне придется и ставить портал, так, и сейчас. Этот портал будет виден для Лески и Нубика. Давай, Леска. Ну чё там? Сейчас, секунду. Чё ты смотришь? Закрывай. Всё? Всё. Да, всё. Хорошо, я в таком случае, ребят, начинаю. Шайди, на самом деле мы с тобой можем... Хотя нет, погодите. На самом деле, Portal Gun, я только что понял, достаточно неплохой способ у меня остался. Почему? Ну, потому что вы не знаете никогда, куда я ставлю портал, понимаете? Ну да. Нобик, ты видишь, ты Шайди? Я видел его. И что, он переместился уже куда? Подожди, так он может на крышу. Он реально же на третьем этаже. Идите. Стоим. Ты что, издеваешься, что ли? Шайди, ты опять что-то... Опа! Опа! Что за тяга у меня в руке? Ну, Шайди! Смотри! Почему именно в костюме бандита-то? Да я уже расстроилась. Ладно, давайте еще раз. Держите, короче, алмаз, знаете, вместе прячьте. Я не думал, что это именно так сработает. Это вообще жесть какая-то. А как это так, что именно в эту комнату ты прилетел? Я не знаю. Что здесь смысл? Как он прилетел? Через окно, что ли, как-то? Хотя ну, разбил, да и все. Ну, разбил, в смысле, сломал, все. А, так можно было, что ли, ломать?
Можно ломать? Мы же оговаривали. Тяжело, Леска, тяжело. Ломать? А-а-а! Так я в этом случае мог вообще просто переместиться тоже на крышу? Ну да, да. А-а-а, так я не знала. Так нет, Нубик, все знали, просто кто-то не умеет слушать, вот и все. Это глухомань. Он идет. Леска, он идет, он сейчас отрывает. Я не иду, я жду, когда вы спрятали? Все спрятали. Все, хорошо, итак, ребята, дубль 2. Леска, скажи. Вот здесь, сюда идешь, там. Нубик, только, пожалуйста, не проверься. Хорошо. Ну где он, что, давай. Давайте попробуем, короче, что-нибудь интересное сделать. Так, интересно тут, конечно, тоже. У тебя, конечно, быстрее всего получилось, я вообще в шоке. Это правда. О, кстати, стойте, 3, 2, 1, пошло время. Вот все, тут таймер не запустили. 3, 2, 1. Капец, Леска, ты тут, конечно, этих препиляторов тут понаставила себе, это, конечно... Хорошо сделала, да? Все летать будет. Я же не думала, что у тебя порталган будет, это бесполезно теперь. Че, он там внизу? А, это не ты, это Шетти. Наоборот, это я. Здорово, Лисовня, че, как жизнь, наберешь? Он притаился, стой! Опа, ура, вырубили. Он бегает, смотри, бегает, побежал в лес. Че, куда пошел? Бегу, куда, к порталу бегу. Так, а куда он поставил? Нубик, Полундра! Надо он где-то поставил. Он на первом даже появился, значит, на первом даже поставил. Так он его переставить может, лепёху. Что такое-то? Вот. Здорово, Нубасик! На первом, да? О, май гад! Он бежит на второй, лови его! Он там, он тут. А чё, как он быстро так, а? Пэу! Это жестоко, слушай. Мы быстро валим. Леска, как он так быстро? У него что, ускорение есть? Или как это? Я умею бегать просто. Не знаю, что-то делает он нам, что-то делает, это точно. Нубик, готовься к любому его... О! Появление! На третьем этаже! О-о-о! Магад! На третьем этаже он разбивает окна, проникновение внутрь. Так, слушайте, вот сейчас на самом деле у вас прям это... Алмазик так хорошо спрятан. Мне, видимо, тогда, знаете, мне очень-очень повезло то, что я именно подошел именно туда, куда надо. Леска. Да он где сейчас-то, Нубик, ищи, да? Смотри, вот твой алмаз. Какой, где мой алмаз? Нубик, нормально, нет, вообще такие вещи обсуждаешь. Я же говорю, спалимся, окно разбито. Он тут где-то. Ой! Да, Нубик, ты серьезно? Где он? А, нашел! Ну ладно. Нашел! Ура! А где это? А на, получается, цветочки. Я шею да, упустил. Я смотрю в бок, думаю, ну ладно, ничего страшного, потом. В бок? Потом я. Да. Вот. Нубик еще в комнату заходит, я вот так вот за дверью, короче, стою, так спрятался. Вот, Нубик не замечает, короче, ничего. Капец. Слушайте, капец, я думал, у меня Portal Gun сначала это очень дурацкий способ, оказалось то, что наоборот, это очень неплохой способ у меня в итоге остался. Фух. Ну что, в итоге давайте... Что? Ты упал. Я так сделал, ты упал. В смысле, я прыгнул вообще-то? Вот. Ладно, короче, друзья, в общем, будем мы сегодня на этом заканчивать. Вот такая у нас сегодня получилась история. Напишите в комментариях, чей способ по проникновению, который нам выпал, вам понравился больше всего. А на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.